У Грузії завершилися парламентські вибори. Відтак, виборчі перегони, котрі відбулися 8 жовтня, не принесли сюрпризів. Перемога провладної партії «Грузинська мрія» була прогнозованою. Певною несподіванкою стало те, що опозиційна партія екс-президента Міхаїла Саакашвілі втратила частину своїх прихильників. Більше про перебіг виборів у Грузії, також про реакцію населення на їхні результати, нам розповість Давид Пірцхалайшвілі. Доброе утро, Давид. Итак, эксперты говорят о том, что результат парламентских выборов был прогнозирован. Так ли это? Доброго ранку. Слава Украине. Героям слава. Приветствую. В принципе, то, что прогнозировали эксперты, все так и случилось, все так и получилось. Как было. Изначально я хочу сказать, что я не политик, но как гражданин, самый обыкновенный моей страны, прогнозы, те, которые были у населения, у большинства населения, они оправдались. Говорят также о том, что оппозиционная партия Михаила Саакашвили потеряла часть поддержки, часть своих избирателей. По вашему мнению, с чем это связано? Партия Михаила Саакашвили потеряла доверие еще в 2012 году, когда... прежние выборы, когда были. Естественно, как и ожидалось, за эти 4 года они не смогли реабилитировать себя. Наоборот, они потеряли еще больше доверия. В принципе, можно сказать, если даже не потеряли доверие, просто вот та партия, которая, правящая партия, которая в 2012 году победила на выборах, она на этот раз... смогла получить больше процентов, чем у правящей партии Саакашвили, которая была до 2012 года. А партия «Победитель. Грузинская мечта». Какую политику она проводит относительно Украины? У них вообще какое-то либеральное такое отношение ко всем и ко всему. В принципе, это и нормально. Нет каких-то определенных... контуров, которые они могли бы проводить, как их придерживаться. В принципе, нейтральные отношения, на равном отношении со всеми государствами, со всеми дружескими государствами. Естественно, если во время Саакашвили четко подчеркивалось и определялось какое-то отношение более, так сказать, более теплое и более... такое отношение с Украиной, при этой партии, при партии «Грузинская мечта», оно абсолютно равномерное ко всем дружеским, еще раз подчеркиваю, государствам. Это то, что можно со стороны, даже невооруженным глазом, определить и понять. Давид, вот хотелось бы отойти, возможно, от тем политических и поговорить вообще о Грузии. Видим, что у вас сейчас солнечная погода, и интересно было бы узнать, на фоне чего сейчас вы стоите. Видим, это колесо обозрения города Батуми, да? Да, это прекрасный город Батуми, его очень многие в вашей прекрасной краине знают, очень много гостей к нам из Украины приезжают в Батуми. Это наш прекрасный город, жемчужина Черного моря, который, кстати, был, в принципе, заново построен во время правления Михаила Саакашвили. И нельзя это не подчеркнуть, и невозможно это забыть, невозможно об этом не говорить. Другое дело политика, но то, что страной превратилась в течение 9 лет, когда правил Саакашвили и Единое национальное движение. Это факт, и от этого никуда невозможно это скрыть, как бы это ни хотелось кому-либо. Что ж, спасибо вам большое, Давид. Я же нагадаю про результаты парламентских выборов в Грузии, а также про то, как они вплинуть на стосунки с Украиной, нам рассказал Давид Пірцхалайшвілі.